хореографы, театралы, стыкисты, кинематографисты, режиссеры, все-все-все-все. И наши, конечно же, гости, наш любимый департамент образования, наше московское правительство, наши звезды эстрады, все те, кто находит время и силы отдавать часть души лучшим в мире детям. Потому что все они здесь собрались. Да, Мисольке! Ура! Мы ждем вас на наших концертах. Те, кто пришел в зал с детьми, которые еще не записались за Мисольку, исправляйте скорее эту ошибку. Идите к нам в театр. И ваши дети будут счастливыми, ваши дети будут самыми веселыми и театральными. Приводите детей, приводите маленьких, приводите больших. До Мисольки быть никогда не поздно. Ну и, конечно, еще раз поаплодируйте нашим артистам. Они сегодня старались от души, они чудесные, они замечательные, они самые красивые на свете. Потому что у них все еще раз получилось. И они отлично учатся. Наши дети, отличники в школе. Так получается, что сцена помогает учиться. Посмотрите, какие хорошие маленькие. Это наше будущее. Какие хорошие старшие. Это наше настоящее. Спасибо вам всем. Мы